Номер два. Максим Мыдря. Номер три. Вадим Евдокименко. Номер четыре. Александр Олейников. Номер пять. Максим Баталов. Номер шесть. Ян Белов. Номер семь. Данила Тибунов. И номер восемь. Каждый участник сейчас попробует себя в роли строителя, который должен будет ответить на вопросы своего заказчика. И мы про ремонт вас спрашиваем. Вот у нас голые стены, смотрите, потолки высокие. Конечно. Как вы такой маленький с нами что-нибудь тут? А у вас сколько человек живет здесь? Вы считать умеете? Мы с вами договаривались, да? Что вы туалет у нас с ванной соедините, правильно? Да. Ну, и мы туда джакузи поставим, да? Вот вы скажите, из каких побуждений вы ванну в кухне соединили? Объясните, пожалуйста. Ну так, понимаете, как бы, джакузи, джакузи, ванна, в ванне туалет, вы же попросили соединить. Ну а это все не влазили в вашу 2 квадратных метра ванну, поэтому решили с кухней соединить. Я понимаю, но как же мы кушать-то, где будем-то, объяснить, пожалуйста. А в джакузи? Фу, напильник не пилит, а рубанок не рубит. Видите, такая жена, понимаете? А потому что вы его не той стороной взяли. В смысле, это мы вообще пока сейчас ничего не брали, если честно. Нет, вы взяли. Это невидимый напильник. Откуда вы знаете, что мы взяли? У вас тут камеры повсюду? У меня специальное зрение, как у Супермена. Понятно. Давайте поменяемся. Это у меня специальное зрение, как у Супермена. А я принципиальное различие между тем, когда строители ложат плитку и ее кладут. А еще вариант ответа? По-моему, укладывают. В смысле? Укладывают. Укладывают ребенка в постель, а плитку-то что делают с плиткой? Как от этого толщина шва зависит? Кладут. Куда? Ладно. Ладно, хоть не в штаны. А когда ложат? А когда ложат? Ложат это не наше. Плитка под названием Леди Гага, она какого цвета? Оранжевого, серого, черного. Адресет. То есть вы переливаете, правильно? Да. У меня тогда к вам другой вопрос. А что у вас с артикуляцией? Вам прошлые заказчики что-то не устроило их? Или что, или как? Или это все армейские дела? Нет, там все нормально. Я просто с второй банды сейчас сюда приехал. Без труда не выложишь и плитку никуда. Ну, может быть, вы каким-нибудь образом пополните мои слова на запас? Ну, что вы считаете? Ну, работа не волк, по-любому не убежит. Если только за тобой. Так, хорошо. В этом весь этаж? Ну и... да. Так и работаем. В смысле, работа не волк, так и работаем? Да. Прям по паркету, который только что вы положили, вы нам будете клеить пол обоями, правильно? Паркет снизу на стену положим, переделаем. Обои куда же, которые на стенах? Обои оставим. Ну, чтоб лучше было. Толщина? Да. А капремонт вторая? Да, кап. И в чем тогда, почему не... Капремонт? Ну, как захотите, я... Скажи свою бы отдала.
сеньорита? Пожалуйста, продолжайте. Я нарушила четвертую заповедь, падре. Кого ты убила? Это не четвертая заповедь. Разумеется, нет. Ты каким же образом ты нарушила священные заповеди? Я отца ослушалась. Ничего страшного, может, так ему и надо? Что вы сказали? Я сказал, расскажи мне все, мое дитя. Я стараюсь жить так, как велит мне мой отец. Но нрав у меня слишком буйный. Слишком буйный? Да. В чем же это заключается? Нечестивые мысли о мужчине.